На курорте тем событиям посвящен целый музей. Он расположен на территории 6-й гимназии. И по традиции именно сюда ежегодно 15 февраля приходят ветераны-интернационалисты, чтобы за чашкой чая вспомнить своих однополчан, рассказать школьникам о событиях в Афганистане. О патриотизме, который проявляли советские солдаты, выполняя поставленные задачи. Отношение детей к этому и школьников, и учащихся, и студентов в том числе меняется. То есть они много работают в интернете, они видят новостные блоки, они прекрасно понимают, в какой сейчас сложной ситуации находится наше государство и как тяжело ему. И у детей возникают новые вопросы, новые интересы. Многие изъявляют желание служить в вооруженных силах Российской Федерации, подают заявления, в том числе и для поступления в военное училище. Одна из самых важных вех, один из самых главных моментов в патриотическом воспитании – хранить память о тех людях, которые защищали покой нашей страны, оберегали границы нашей страны. Здесь непоказное отношение к почету воинам. Любой старшеклассник понимает и что это такое – защищать свою родину. Ко встрече с воинами-интернационалистами в 6-й гимназии готовились заранее. Подростки разучивали песни и стихи и устроили концерт для гостей.